но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. И я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Такие взрослые стихи Бориса Пастернака читают юные конкурсанты 3-го детского театрального конкурса «Наш дебют» в номинации «Художественное чтение». Жюри оценивает актерское исполнение, выразительность речи, жестов и мимики и знание текста, а также соответствие самому чтецу выбранного материала. Помимо 4 вот этих формальных критериев, для меня также крайне важно общее впечатление. То есть математика математикой, когда это все баллы усредняются, но когда материал попадает напрямую в меня, очень точно, лично в меня, как в одного из членов жюри, и материал, и исполнение, да, искренность, тогда происходит резонанс, и я в этом случае получаю огромное эстетическое удовольствие. Конкурс проводится уже 3-й год на базе театрального центра «Жаворонки» в рамках открытого фестиваля молодежных театральных коллективов «Взмах крыла» при поддержке окружного комитета по культуре. Юные артисты от 6 до 17 лет из Одинцовского и других городских округов Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга выступают в 3 возрастных категориях. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, от онлайн-формата решили отказаться. Очень все хотели, чтобы мы провели в онлайн-режиме. Но мы устали, во-первых, от онлайн-режима, а во-вторых, я категорически против того, чтобы вообще смотреть видео работы, связанные с театром. Театр – это дело абсолютно живое. Детский музыкальный театр «Олимп» представил несколько спектаклей, в том числе и с участием самых маленьких артистов. В соседний лес нам ходу нет, опасен он для нас. Опасен? Почему? Там в чаще непроглядной живет мышонок, страшный зверь. Лихой и беспощадный. После просмотра обязательный разбор работы. Жюри высказывает свои замечания и пожелания режиссеру. Был риск, в принципе, таких маленьких детей вывести, но... Ничего, никакого. Актеры – это всегда опыт. Каждому коллективу вручили диплом участника конкурса, а победители смогут получить награды и представить свои спектакли на молодежном форуме «Взмах крыла», который состоится в марте. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».